Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я хотел бы вам рассказать об одном очень интересном приложении, и называется это приложение Ламограф. Но также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. Ну а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, но у каждого приложения есть подобное. Ну а также перед началом самого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрят больше аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Ну а мы начинаем сам видео. Итак, при входе в приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. Итак, то есть рассмотрим самые основные функции. Нам потребуется сейчас галерея, потому что изображение у меня уже имеется. То есть вот. Захожу в галерею, разрешаю доступ к камере, к файлам вообще на устройстве. Выбираю изображение, я выберу какое-то вот такое вот, потому что оно больше всего подходит сюда. У нас тут есть сразу же фильтры, то есть для тех, кто не знает, что такое фильтры, это готовые наложения на ваше изображение яркости, контрастности цветов, насыщенности, экспозиции, цветового баланса, тона и так далее. Вы можете применять их, они довольно-таки нормальные такие, может кому-то и понравится. То есть вот. Также можно различные другие наложения применять, текстурки всякие, эффекты тоже могут вам пригодиться, то есть сделать ваше изображение более ярким, насыщенным и контрастным. Также вы все это дело можете настроить с нуля, то есть вот у вас есть определенные настройки для ЦК. ЦК это цветокоррекция, может кому-то это определение и пригодится, то есть вот термин этот. Настраивать тут, конечно же, довольно-таки просто. Настраивайте на свое усмотрение, как вам больше нравится, как будет приятнее выглядеть для глаз, чтобы работа не была такой слишком яркой, не слишком темной. В общем-то, было все средненько, то есть средне, более так нормально, в общем, выглядело. Конечно же, настроить тут достаточно-таки очень просто. Рекомендую вам не юзать готовые фильтры, а тренироваться это делать все с нуля. Ведь тем самым вы многому научитесь, работая в этом плане. Также тут есть размытие, виньетка, тоже довольно-таки интересные функции. Можете посмотреть, поприменять все, поиграться с этими эффектами и так далее. Может, чего-то и для себя вы найдете. У нас есть также стикеры и эмоджи. То есть довольно-таки интересные разделы, которые нам также могут пригодиться. То есть вот, стикеры тут довольно-таки интересные, различные наложения вот всякие вот такие. Кому-то может они сразу не понравятся, а кому-то и сразу понравятся. То есть вот, зависит все от человека, нужно ли ему это или нет. То есть можно уменьшать opacity, это непрозрачность и так далее. То есть вот, стикеры довольно-таки тоже интересные, обычные эмоджи. Что про них сказать, думаю, вы сами все понимаете. То есть вот в правом верхнем углу просто сохраняйте изображение, когда вы получаете ваш финальный результат, и впрочем-то все. Ну а на этом я буду заканчивать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто досмотрел до самого конца. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видеоролику и написать комментарий. Мне будет очень приятно. Всем удачи, всем пока, с вами был ProGamer. Увидимся в следующих видеороликах.